Добрый вечер. Нецкий Никита, капитан команды группы IB. Расскажите, пожалуйста, нам, как сегодня прошла игра, с кем играли, какой счет, что удалось, что не удалось? Играли с командой НТ-сервис, лидеры нашей группы, очень сильный соперник. Игра получилась жесткая, напряженная. Проиграли 2-0, но я очень доволен своими ребятами. Они молодцы, бились как львы, цеплялись просто тигры. Но для нас это первый турнир, все организовано довольно-таки хорошо. Есть, конечно, куда развиваться, но нам нравится. Мы будем прибавлять это игре к игре, и я думаю, добьемся хороших результатов. Давно вообще собрали свою команду? Как тренируетесь? Тренируемся каждую неделю. Команда собралась недавно. Для нас это первый турнир, поэтому тяжеловато начинать. Но есть прогресс, мы узнаем друг друга, начинаем все лучше и лучше играть. Но ваши соперники сказали, что вы достаточно сильная команда. А оказывается, что это ваш первый турнир, могу вас только похвалить. Спасибо, да, это наш первый турнир, соперникам отдельное спасибо. Была жесткая игра, но в принципе все в рамках правил. Это футбол. Как думаете, чего не хватило для того, чтобы забить хотя бы один гол сегодня? Сыгранности и удачи в определенных моментах. Мы приехали, как ни странно, не самым оптимальным составом. Не хватало нашего лучшего бомбардира, который в прошлой игре забил 3 мяча. Хорошо, спасибо, успехов вам в будущем. Вам спасибо.